Я сейчас в Сирсе. Так и не нашел никакого сердечка для чая, чтобы куда сложить чайные листья, чтобы они по всему чайнику не размазывались. Ну, не расползались. Ну, не нашел что-то. Надо, наверное, спросить. Но тут больше нету. Так что, ладно. Включил вот. Мне ленчик подобный. Эти, конечно, побольше, чем то, что он показывал. Стоит 60 баксов. Сейл так стоит обычно. Сколько? 75. Ну, плюс налог. Типа грили, грубо говоря. Ну, как мы делали раньше эти яйца, в том числе даже жарили. В принципе, вот так вот. За 20 баксов есть котлетки маленькие. Жарить. Такие большие готовилки. Я... На вопрос, насколько они, наверное, греют. Загреваются. Не знаю. Захочу яйца теперь сам прожарить.